Равнодушных к такому маленькому и вполне доступному чуду, пожалуй, нет. И взрослые, и дети обожают мыльные пузыри. И как раз для всех, кто готов с головой окунуться в мир переливающихся всеми цветами радуги шариков, в Иркутске 31 мая пройдет День мыльных пузырей. Празднику уже 7 лет. Только в прошлом году на площадке перед памятником Александру Третьему собрались несколько тысяч человек. Всего на набережной будет работать около 40 интерактивных площадок, а значит, каждый сможет найти развлечение по душе. Главная особенность праздника в том, что все это абсолютно бесплатно. Кульминацией торжества станет массовый запуск мыльных пузырей и праздничный концерт.